Евросоюзу пока не удается найти эффективного решения миграционного кризиса, который разразился в 2015 году. Не работает так называемая дублинская система, по которой беженец должен подавать прошение об убежище в первой стране, границу которой он пересек. Это создало бы чрезмерную нагрузку на Грецию. Министр внутренних дел Мальты обсудил эти проблемы с коллегами по ЕС в Валетте. В качестве страны председателя ЕС мы ведем активную работу, в том числе на двустороннем уровне с государствами-членами, чтобы лучше понять их позиции, сказал Кармело Абелла. Мы также хотим лучше понять, как мы можем вместе двигаться вперед, найти хороший компромисс, хорошее решение и реформировать дублинскую систему. В прошлом году Италия приняла на рассмотрение заявление на убежище половины из 180 тысяч лиц, прибывших в нее нелегально, в основном через Средиземное море. Ряд стран, прежде всего на востоке Европы, отказываются забирать их к себе. Из 160 тысяч мигрантов, скопившихся в Италии и Греции, удалось расселить по Евросоюзу только 11 тысяч. Проблем удалось несколько облегчить в восточной части Средиземноморья, где беженцев согласилась принимать обратно Турция за немалые ответные услуги. Но подобные сделки невозможны со странами Северной Африки, в которых Евросоюзу не с кем об этом договариваться. Зато он намерен финансировать создание лагерей в Ливии, чтобы меньше людей отправлялись в морское путешествие на север.